Мэри, моя жена, я тебя безумно люблю. Мой любимый, единственный и навсегда мой мужчина, Сашенька. Я тебя тоже очень-очень сильно люблю, и я надеюсь, это будет вечно. Когда мы первый раз увиделись, было очень холодно. Он пришел на свидание в пальто, в шапочке. Я его почти не разглядела, поскольку было очень темно, и мы сели сразу в машину. У него была пышная юбка, и очень-очень-очень испытали. Когда я разглядела его, я увидела то, что у него очаровательно красивая шея, добрые, красивые глаза зеленого цвета, широкие плечи, и сам он просто был обворожительный. Я почти сразу в него влюбилась. Она поразила меня своей обаятельностью, своей искренностью. Она была очень веселая в первую нашу встречу, в отличие от меня. И мы смогли увидеть друг друга такими, какие есть на самом деле. То, что он очень спокойный, я очень-очень сильно в нем люблю. Даже, возможно, больше, чем его красоты. Она умеет ценить момент, она умеет ценить чувства и искренность. Она научила меня искренности, научила доброте. Бесподобно красивая, она изумительная, добрая, ласковая, любящая. Через 10, 20, 30, 50 лет, взглянув друг на друга, ни на одну секунду не должны будете усомниться в правильности сегодняшнего выбора. Всего вам самого лучшего, совет да любовь. Очень счастлива, что приобрели такую дочь себе, что у нас сегодня пополнение. Живите очень долго-долго, счастливо. И знайте, что родители всегда вас во всем поддержат, поймут. Мои дорогие, Саша и Мир, я ничего не буду дарить вам, кроме своей любви к вам и хорошего отношения. Живите долго, счастливо, дарите нам внуков, внучек, и будьте всегда такими красивыми, такими добрыми, такими яркими, как сейчас. Любите друг друга, живите счастливо, уважайте, а мы вам всегда поможем в трудную и счастливую минуту. Что у вас друзей и знакомых не только в городе Красноярске, где на Сизе, наверное, во всем мире, но в этом зале находятся самые-самые. Каждый из этих гостей разделяет вместе с вами ваше счастье, ваш день и ваш праздник. Спасибо всем тем гостям, кто находится в этом зале, всем тем, кто не смог приехать. Спасибо дядям и тетям. Спасибо друзьям и коллегам. Спасибо всем тем, кто находится сегодня здесь и прямо сейчас. Гости, дорогие друзья, родные и близкие, сегодня каждый из вас являлся свидетелем образования вот этой потрясающей семьи. Семьи Александра и Мэри.